Привет, мои хорошие. Ну что, соскучились за PlayStation VR? Продолжаем играть и смотрим. Я купил много разных игр, сегодня у нас на повестке дня ужастик, который называется «Что скрывает тьма?». А чего она там скрывает-то? Можно по сторонам посмотреть. Какой-то более нуарный стиль я вижу, но графика какая-то очень-очень смазанная. Может быть, это сейчас только так, поэтому давайте... А новая игра? Где мои наушники? Мои наушники, вот. Одеваемся. И идем дальше. Пора спать. Не-не-не-не-не, спать еще рановато. Так, блядь, а я опять ударился в микрофон. Ах ты, черт возьми. Вот здесь уже графоний как-то почетче. Так. Я заметил, что в этом шлеме я какой-то гундос. Ну, тем не менее, довольно забавно, потому что здесь есть специальная перегородка, которая давит на нос и, естественно, немножко его закрывает. Но это не так критично, как кажется. Так, ни слева, ни справа ничего там эпичного не происходит, пока игра просто загружается. Ужастик должен быть очень хорош, я думаю. Там несколько тысяч рублей он стоит, поэтому за такие бабки должны пугать нас до усрачки. Так, я вроде опять у микрофона, нормально, голос не искажается. Никаких фильтров я не использую, как многие писали в комментариях. Голос меняешь, пидор. Ничего мы тут не меняем, друзья мои. О, дратути. Я думала, что разлюбила тебя. Можно потрогать? Но, если честно, я была рада снова увидеть тебя. Ебать колотить. Эй, возможно, я ошибалась. А PlayStation Move здесь не работают почему-то. Я пытался их включить, но у меня не получилось. Не знаю. Это серьезный шаг. Я так близко к негритянкам еще не был. У нас с тобой может быть телесный контакт, да, детка? Куда ты? Вернись! Твою мать! Знаешь, Half-Life 1 должен начинаться был именно так. Ты заходишь в сраный вагон, и твоя жизнь обретает новые краски. Воу! Ух ты! Вот это мне нравится. Вот это я понимаю, виртуальная мать его реальность. Интересно, вы тоже подумали о чем-то пошлом сейчас про виртуальную реальность, как я? Что делать? А, это типа квестовая составляющая, я понял. Ух ты! А, блин, а слушай, а я типа сижу на месте, двигаюсь, а мозги не понимают, что происходит. Это феерично? Серьезно? Это жалко, что... А, я и так могу посмотреть, в принципе. Хрена, немножко начинает покачиваться голова, потому что мы обманываем свой мозг тем самым. Да ладно. Ты знаешь, я уже настолько привык к PlayStation Move, что просто дальше некуда. Игрушка какая-то чрезмерно просто громкая, поэтому я боюсь, что меня могло не слышно быть там в начале. Ну что, погнали дальше. Ух, я иду с помощью геймпада обычного, но могу смотреть по сторонам. Спа рекламирует, еще какой-то появлен. Господи, как это крипово! Какого хера? Это что было, бля? Че, уебывали, что ли, ребят? У нас как бы нервы не железные, живем один раз, типа троллевали, все понятно? Так, я периодически поглядываю в микрофоне, я не в микрофон смотрю, вроде все окей. Я куда-то вправо, влево ухожу. Наверное, так надо. Окей, я типа головой могу управлять, куда мне идти. Так, двери открываются. Открывайся. А это я, блядь, я в начало вернулся. Лалыч. Так, подожди, стоп. Стоп. Это же начало, правильно? Я помню эти ящики. Нам сюда. И нам надо вон аж туда. Представляешь, как легко можно в этой игре заблудиться? Потому что правый стик у нас отвечает только за определенные повороты. То есть ты не можешь свободно вертеть камеру и еще головой. Видимо, японские разработчики... Или кто они там у нас? Этот момент еще не предусмотрели. Я боюсь представить, что будет мне ждать. Ждать президенте. Хуй вообще творится? Я бы сюда точно не сел. И бабушкам уступать я бы тоже места тут не стал, наверное. Я не знаю, что за что тут происходит, ёпта. А назад? А сзади что? А сзади полный пиздос. Что-то как-то очень темно, по-моему, не? О, вот сюда нам надо. Мы проходим типа прямо. Типа такие идем себе туда-сюда. Я могу ловить... Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо! Я могу ловить ртом практически... Нифига себе! Imagination, мать его! Что
здесь происходит? Какого хера? Что это было? Он выслеживает тебя. Кто? Поспеши. Где ты, красивая сисястая негритяночка? Иди сюда. Ты успокаиваешь мои нервы. Что там, наверху у нас происходит? Ага. Мне нравится в этой игре вертеться. Можно хорошо шею раз... не поворачивайся. Я тебя прошу. Я тебя умоляю. Так, можно пройти прямо. Можно, видимо, выйти. Уходим. Вышли где-то на вокзале. Нас никто не встречает, не провожает. Ладно. Бегать можно? О, можно бегать. Хули, а что мы так... Ой, голова начинает кружиться. Реально. Чего-чего? Так, тихо. Дружище... Да, дрожащее существо заползло в его постель. «Я люблю тебя», — сказала оно. «Ты принадлежишь мне, а я тебе». Но его рот был черной дырой, а кожа болталась на костях. Это мои руки, Я что, гребаный мим, что ли? Так, спокойно. Спокойно, записку мы взяли. Заебись. Что у нас здесь? Охренеть. Да, с графоном здесь, конечно, все понятно. О, чашка, смотри. Чашечка кофе. Можно я возьму? Че, реально мувы не работают? Я что-то пытался настроить их. Тихо. Что-то за пиздарики у нас там были. Ладно, все вроде записывается. И чего дальше? Здесь какой-то автомат есть, я предлагаю пойти посмотреть, что он делает. Ужас какой. О, у меня есть фонарик. Да ладно, я тебе могу головой так сделать. Найс. Ага, фонарик, понятно. Что еще у меня есть? Больше, походу, у меня ничего нет. Игра решила, иди, Олежка, и смотри. Опа. Опа-па. Чего ты там, сермякаешь мне? Камера, я ж тебя настраивал. Не въебывайся. Что тут у нас? Я не вижу отсюда, там все сма... А, cancel, отменено, я понял. Я понял. Все у нас отменено. И мне надо найти выход. Наверное, вот это. Побежали! Давай к выходу сразу. Сразу к ящику. Твою мать, что камера с тобой не так? Что он лежит? Что-то лежит. Да что ж такое? Ладно. Сейчас будем что-нибудь думать. Ну что, господа, я поменял позицию камеры, повесил ее на другой экран, и так, мне кажется, стало лучше. Но теперь игра думает, что мне мой рост — это метр. Метр с кепочкой. Я теперь буду играть как за малыша. Зато теперь я вроде вижу свое тело, но мувы по-прежнему не поддерживаются. Так, ворону взять нельзя, я понял. Идем сюда. Сюда. Слава богу. О, боже. Видишь, я ростом с эту дверную ручку. Можно было облизать бы ее. Нет, ребят, на самом деле я сижу, естественно, что в сидячей позе все это дело играется, можно играть стоя, мне удобно так. Так, что там у нас, происходит? Кресло у нас в порядке, печатная машинка. Алло? Вадик, когда ты вернулся? Как жизнь? Раз уж ты здесь, мы должны встретиться, зажечь, как в старые добрые времена. Мне вот только нужно выяснить... Где я, черт побери? Улицы уже совсем не те, что раньше. Тихо, братан. Я не вижу так. Не, я могу, конечно, встать. Ой, Оп. Что у нас там? Смотри, это я сделал для тебя, сказал создатель. Это было существо из слюны, грязи и пепла. Оно повернуло свою прелестную голову. Я, короче, понял. Надо, видимо, поменять камеру, потому что игра думает, что я сука, метаростом. Так, сейчас я верну ее в прежнюю позицию, потому что, как видите, читать довольно сложно. Пятки, извиняюсь, тут такие технические проблемы, то сидя, то стоя. Во, теперь вроде игра понимает нормальный наш рост, и можно прочитать. Так, это мы прочитали. Как тело теперь убрать? А, во, убирается. Так, печатная машинка нам надо? Нет, это я уже прочитал, это я посмотрел. И из кресла. Что у нас здесь полезного? Разные фотографии висят и прочее. Так, надо отсюда надеюсь, валить. Надеюсь, он не опоздает. Только не сейчас. О-о-о, красавица, я бегу к тебе уже. Стопэшка. Стопэшечка.
Так. Родненькая моя, я тут. Блин, она так выделяется, как, знаешь, в городе грехов. Там у нас был красный цвет выделялся, а здесь у нас желтый. Бля, лишь бы не ёбнуться. Ух. Алло. А где она, ёпта? Красавица, ты где? Дай за сиську пожмякать. Где это вообще делать? Чемоданы какие-то. Мои руки. Чего, Ол? Ага, должен, собственно, пройти контроль из багажа. Вы свой. Здравствуй, камера. Я не помню, как называется эта методика. Вам показывают разные картинки, вы должны понять, что вы здесь видите. Что вы здесь видите, друзья мои? Вот что это? Пишите в комментариях, что, кто это, по-вашему. Я пока ответа точного дать не смогу. Так, здесь ничего. Есть дверь справа. Есть проход. Давайте в дверь пойдем. Хрена себе. Не входить. Но мы же, конечно, игнорируем все правила, правда? Понятно. Ай, блядь, я опять микрофон ударился. Лампочка. Чего у нас здесь? Что-то есть, блядь, слишком крипово. О, блядь, ебать. Тихо. Что происходит? Чел, пожалуйста, съебывай отсюда. Может, не надо было реально сюда идти? Тот самый случай, блядь, когда я боюсь разворачиваться. О, нормально. Видно уже, по крайней мере, хорошо. Я периодически просто поглядываю, снимая очки, где микрофон, чтобы я говорил в него, потому что, верча головой, ты сбиваешься немножко. А там кто-то стоит или мне кажется. Я, конечно, могу посмотреть. Тут все чисто. Так, спокойно. Странно, что они не позволили управлять мувами, то есть это было бы намного проще, мне кажется. Так, ладно, здесь мы уже разобрались, побежали дальше. Наша тень... Наши ноги внизу. Не знаю, захватывает ли Бендик это все дело. По идее, вроде как должен. Слушай, мы же здесь были уже. Так, карта метро. Что это валяется? Что бы там ни валялось, я думаю, надо бежать отсюда нахер. Что здесь у нас? Здрасте, алло, люди. Автомат. А, у меня же есть блять, у меня фонарик есть, я и забыл про него. Фонарик. У меня был, по крайней мере, фонарик, я точно помню. О, отражение. Здорово, ёпта. Вот и Олежа, смотри. Руками жалко, не могу помахать. Я бы такой сейчас отбабахал вам бы танец тут. 50 центов бычки. Хера мне, блять, я опять ударился. Было, бля. Чё происходит? Можно зато вот так вот. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ладно. Что это такое? Ребят, там что-то происходит, явно. Чувак, ты жив. Наслаждайся жизнью. Какой чувак, сука? Нет никакого вчера, нет никакого завтра. Есть только здесь и сейчас. Кто нам говорит это? Во что ты веришь. Неважно, истина или ложь. Кто-то умрет, а кто-то будет жить. Мысль правит вселенной. Что за бред, блядь? Смейся, это же смешно. Это очень ржачно, да. Действительно, оборжаться. Блядь, в этой игре, кстати, это первая игра VR, у которого реально башка крутится. У кого слабая вестибулярка? Я не советую в это играть с слабым вестибулярным аппаратом. Такс. Отличненько. Я не знаю, куда мы идем с вами, но пока что-то довольно все крипово. О, свежий воздух, это хорошо. Свежий воздух, это большой плюс. Воу. Ни хрена, куда мы вышли? Какие-то базары. Так, что тут у нас? Жалко, потрогать нельзя. Вот мне в Бэтмене нравилось, я мог трогать предметы. Это довольно прикольно. Здесь предметы трогать, увы, нельзя.
Охренеть! Просто, мать его, невероятно. Так, теперь наша задача понять, где телефон здесь. Телефончик? Судя по тому, как я иду, наверное, я иду правильно. Бежали. Так, где-то в правом ухе я слышу его. Так, алло. Люди. О, коробочка. 30 под рухнувшей стеной. 40 ждут на станции. 2000 на улицах, 5000 в городе, 40 миллионов спят, 5 миллиардов дышат. Не знаю, что это значит. Может, какая-нибудь загадка, головоломка. Мы пока ходим, смотрим, чего у нас тут есть. Куда тебя, блять, Олежа, занесло? Что-то есть? Боюсь, что там ничего полезного, братан. Так что давай иди дальше. Тут мы посмотрели. Воу, да. Жестокая хрень, а тебе одна. О, там проход. Я думаю, что мне, в принципе, сюда, наверное. Вау-в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 ау. Не надо. Не надо, не надо. О, ни хрена. Нет. Ребятки, мы так не договаривались. Я так понимаю, что я проиграл, да? Сюда нельзя было заходить. Фонарик. У меня же есть фонарик, точно. Как я мог забыть? Как я мог забыть? Так, идем сюда. Идем сюда. Фух, блин, а? Так, теперь надо разобраться, куда вообще нам двигаться. Класс. Барбекюшка. Самая настоящая такая, знаешь, интерактивная у нас проходочка. Можно посмотреть, как тут дела. Вроде все окей. Так. Что-то мне это не очень нравится. То, что там происходит. Тут какое-то безумие нахрен. Так. Барта мы нашли с вами. Блин, игра реально просто вымораживает. Охренеть. Просто жесть какая-то. Ходим по какому-то непонятному разрушенному городу. Ищем приключения на свою задницу. Я так понял, что надо все-таки до телефона добраться. Где-то, наверное, внизу. Здесь, если я не ошибаюсь, у нас было главное меню... Воу-воу-воу-воу-воу, игра начиналась. Фига себе. Неужели все так и было? Я уже не помню. Да, все было очень плохо, красавица. Все было, блядь, просто хуже не придумать. Так, погнали. О! А это не телефон. Где? А, вон, наверное, телефон, да? Но туда добраться не получится. Что-то меня развернуло. Понятно. Так. Я предлагаю попробовать пройти вот здесь. В принципе, должно получиться. Жесть какая. С чего-чего игровые достижения сохранены, можно прерваться. Развернитесь лицом вперед, нажмите «Удерживайте options». Окей. То есть тут у нас типа сейф прошел, да? Ебать, колотить. Вот это жутко. Так, ребзя, идем дальше. О боже. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здесь нужно очень аккуратно. Я могу, конечно, смотреть. Ни хрена. Это что было? Япона мать. Какого лешего? Блять, я чуть не охуел немного тут. Так, ладно. Меня какая-то тварина задамажила. Вон он, наверху. Просто мне кажется, что их может здесь быть довольно много. О, боже мой. Так, наверх, наверное. Это закрытые места у нас тут. Так, можно попробовать спуститься. Здесь где-то была эта тварь, поэтому надо очень аккуратно действовать.
Что это был за звук? Там есть кто? Люди? Ау? Что-то мне эта херня не нравится. О! Бля! Тихо! Тихо! Чувак, просто беги! Просто! Я тебя прошу, просто беги! Все нормально. Тебя никто не трогает, все хорошо. Что это такое? Почему тут все обуглено? Алло? Здравствуйте. Сюда! Я так понимаю, что нам, видимо, сюда. Магазин! А, нам говорят магазин, да. Давай зайдем в магаз. Фонарик. Я увидел что-то, кого-то на улице. Быстро сбежал, но... О, боже, это было адское пламя. Это было действительно адское. Я не знаю, где я, черт побери, что творится в городе. И почему я ничего не помню. Просто пипец. Просто какой-то адовый пипец, товарищ. Там внизу вроде что-то есть. Есть что-то там. Здесь эти люди, я не хочу к ним, они реально стрёмные. Оу, батареечки. Так. Фу, блин, а. Так, давай сюда. Пойдем посмотрим, что у нас внизу. Может, не надо так бегать, Алиш? Тихо. Тихо, твою мать. Я спрячусь. Я могу смотреть, конечно, в бок. Еба, оно не любит света, я понял. Если что, можно здесь зашкериться. Так, ладненько. Уходим оттуда. Уходим нахер. Нахер. Я взял батарейки. Игре, видимо, надо искать батареи. Как ни крути, это полная жесть, конечно. Я не знаю, правильно я иду или нет. Мне кажется, что здесь где-то можно зашкериться, наверное. Что это лежит? Там что-то лежит или эта текстура такая глючная? Давай просто пробежимся. От греха подальше. Так, ребят, здесь какой-то, знаешь, реально напрягающий экшен. Ой, по-моему, он где... Бля, вон он. Там что-то происходит. Охренеть. Просто жутчайшая тема, конечно. Здесь был бедолага, его просто убили нахрен. А здесь подняться уже, видимо, нельзя. Ребят, я думаю, что мы сделаем здесь перерывчик. От этой игрушки надо передохнуть. Спасибо, что смотрели. Игра называлась «Что скрывает тьма» для PlayStation VR. Продолжим уже в следующий раз. Всего хорошего, пока-пока.